За последнее время Славянским отделом МВД было зарегистрировано 3 факта угона автомобилей. О мерах профилактики данного правонарушения нам рассказал заместитель начальника уголовного розыска ОМВД России по Славянскому району Кирилл Васильев. Анализ произошедших преступлений показал, что в нашем районе сейчас преобладают бытовые угоны. То есть данное правонарушение не планируется, а происходит спонтанно. Открытая машина, оставленные ключи в зажигании провоцируют злоумышленников. И они берут чужую машину, чтобы покататься или доехать до нужного места. Что касается профилактики, значит, в основном, исходя из анализа совершенных таких преступлений, злоумышленники пользовались автомобилями отечественного производства, на которых отсутствует сигнализация, а также находились в момент оставления автомобиля ключи, находились в замке зажигания. Что хотелось бы отметить по профилактике данных преступлений? Быть просто бдительными, не проявлять халатность при оставлении машины возле двора, так как не всегда вы можете наблюдать автомобиль, который стоит у вас за забором, при наличии в нем ключей зажигания. Также соседей. При движении автомобиля по улице, если вы видите, что за рулем этого автомобиля находится постороннее лицо, которое передвигалось ранее на этом автомобиле, которое было вам известно, не потрудитесь позвонить в дежурную часть, не потрудитесь позвонить хозяину автомобиля и уточнить, кто в настоящее время передвигается на данном автомобиле. Даже независимо, если это будет ответ брат, сват или еще иное лицо, которое знакомо хозяину данного автомобиля.